Реконструкция Кохомского шоссе в самом разгаре. В эпицентре строительных работ отрезок шоссе от Павла Большевикова до поворота на Суховку. На объекте работает 45 человек. Основная часть трудится ночью, чтобы не мешать движению транспорта. На данном этапе мы произвели фрезерование дорожного полотна для того, чтобы можно было в отметке выйти на уширение. Планируется установка бортового камня и производство уширения поэтапно. Первый этап уширения производится со стороны Рио. Второй этап уширения будет идти с обратной стороны, со стороны лесополосы. Также сейчас проводится демонтаж старых столбов. Коммуникации переносят на новые конструкции. Обновляют линии наружного освещения. Подрядчик гарантирует, что к середине августа месяца будут завершены основные моменты строительства. И у нас появится новая современная автомагистраль. Общая протяженность этого проекта составляет более 2000 квадратных метров. И, конечно же, для города очень важный знаковый момент, связанный с тем, что жители Сухово-Дерябинского микрорайона и нового микрорайона, который мы строим, микрорайон Рождественский, получат более удобную транспортную инфраструктуру. Удобно теперь будет и пешеходам. Вдоль Кохомского шоссе появится новый тротуар. Хороших пешеходных дорожек здесь никогда не было. Ивановцы уже сейчас могут прогуляться в сторону Суховки и обратно. Работы по устройству тротуаров выполнены на 90%. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.